Павел Лазарев, я представляю компанию «Грака», международный производитель насосного оборудования. Отвечаю за развитие бизнеса в странах России и СНГ. Как бы это ни удивительно, но меня тоже зовут Павел Хоменко. Я представитель компании «Грака» на Россию и СНГ, немного на другую часть, нежели чем Павел. Компания занимается производством насосного оборудования и оборудования, связанное с перекачкой любых видов жидкости практически. Здесь, на конгрессе, мы представляем линейку окрасочного оборудования для защиты, ну, наверное, НПЗ и металлоконструкции, которые там присутствуют, от коррозии, от пожара и утепления, и гидроизоляции. На самом деле компания имеет очень серьезные позиции на разных рынках, не только промышленном, да, но и индустриальном и строительных сегментах. Мы каждый год усовершенствуем нашу продукцию, приобретаем какие-то компании, вкладываем много в R&D, в инновации, в развитие технологий. Это очень серьезно сказывается, естественно, на наших продажах, на нашей доле на рынке в компании, вообще в мире. Поэтому для нас это стратегически важное направление, в том числе у ЛНГС. Да, хотя это, наверное, одна из основных таких частей, одни из основных рынков, куда мы поставляем нашу продукцию через сеть специализированных дистрибьюторов. Наша компания положительно относится к цифровизации, и на многом нашем оборудовании присутствуют современные решения, которые позволяют пользователю, например, с помощью приложения контролировать работу оборудования, а также получать отчеты о работе, о проделанной работе, да, сколько было прокачано материала через аппарат. И это все у него вот на кончиках пальцев в мобильном телефоне. Также внутри самой компании, конечно, у нас давно очень много цифровых современных технологичных решений, типа систем Oracle и подобных, которые и защищают компанию, и повышают эффективность работы компании и сотрудников. Мы понимаем, что это своего рода элитный клуб, да, в котором мы впервые участвуем здесь, в данном формате, для нас уникальном. По большому счету, и абсолютно положительно оцениваем такой опыт. Для нас много новых знакомств, много новых контактов. Это для нас возможность, естественно, получить новые знакомства, в том числе в таких направлениях, которые до этого мы, может быть, не уделяли там достаточно внимания. Поэтому мы рассчитываем, что если успешно пройдет, то и на следующий год рассмотрим варианты участия. Менеджер отличный попался нам, Елизавета, и огромное спасибо. На самом деле она правда хорошо делает свою работу, то есть мы всегда в ее, как сказать, нежных объятиях, и она подводит нас к нужным людям, организовывает правильные встречи, которые интересны нам. И то есть, ну, я думаю, каждый из участников достаточно рад такому формату, что всегда есть личный менеджер, который помогает не растеряться. Да? Многие люди, может, стесняются к кому-то подходить. Менеджер берет, подводит одних к другим, и уже начинается общение. Так что такой формат нашей компании очень приятен, и впервые с таким сталкиваюсь, честно говоря. Персонализированный подход к участникам конференции нам очень импонирует, естественно, потому что возможность тет-а-тет встреч, видение именно тех потенциальных партнеров, с которыми мы могли бы поработать, он максимально интересен, потому что, понятно, у всех свой круг интересов, отрасль большая, хоть и достаточно нишевая вещь, да, как вы говорили, закрытый клуб, но тем не менее мы понимаем, с кем нам интересно сейчас поработать, какая встреча могла бы принести максимальную отдачу, максимально эффективно. То есть, с точки зрения оптимизации времени, чтобы не тратить ни свое, ни чужое время, вот такой формат VIP B2B meetings, да, он для нас абсолютно точно интересен. Да. Все-таки
клиента ориентируюсь, важно, потому что я понял, да, вот когда Павел мне рассказывал по коммуникации, то есть вы нашли нас впервые, то есть нам приняли участие, вы нашли нас, обозначили интересные стороны мероприятия, как с нужной стороны преподнесли это. Вот, но опять же мы говорим про эффективность, то есть для каждого участника это должно быть максимально полезно, интересно, эффективно, поэтому мы... Вот мне понравилось, что каждому находится свой подход. Это здорово. Рассмотрим участие, возможно, немного в другом формате. Может быть, со стендом хотелось бы попробовать постоять, чтобы могли подходить к стенду, на котором мы могли бы и раздавать какие-то сувениры, продукты. На самом деле, оценивать, наверное, будем уже по итогам сегодняшней вот сессии, по тем вопросам, которые будут появляться после нашего доклада. Вот, он будет, я думаю, что всем интересен и такой будет выделяться, наверное, на общем фоне в плане такой интерактивной части, я уверен. Мы подготовили интересные такие, визуальный ряд такой будет у нас интересный. Так что мы уверены, что вот уже к концу недели появится какое-то понимание, как нам участвовать и где в следующем году.